Погода в Австрии меняется стремительно. Сегодня понедельник, 25, по-моему, марта, в Алма-Ате плюс 25. Здесь минус 6. На горе вообще нифига не видно, вот там гора, вот прямо гора. Мы сегодня покатались полдня, укатались. Страшно кататься по такому. Мальчишки наши вернулись даже раньше, Артём на новых лыжах. Тоже не осилил туман. В общем, ближайшие 2 дня, видимо, будет вот так вот. Сплошное молоко. Вчера было вербное воскресенье. Ну, а Фотик даже не может резкость навести. Так вот мы и живем в этой Австрии. Мерзнем на горе. Вчера был ветер очень сильный. 50 километров в час. Говорят, на вершине кого-то там сдувало. Сегодня ветер 5-6 километров в час, но, в принципе, хватает мороза. Марта. В Алма-Ате плюс 25. На леднике Ждубай минус 9. Нифига не видно снег. Там прямо горы. Это шура, это купа выше.
Я не могу быть, я не знаю. 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 Я не знаю.